Ну что, всем здравствуйте, друзья. Мы продолжаем с вами играть в Mortal Kombat. Проходить его. И сейчас Лю Кэнг сразится с Горо. Конечно же, это будет Горо. На этом наша та серия закончилась. Давай, Горо. Блин, у него 4 руки. Блин, ну и урод. Нихера у него жизнь. Они здесь так... А, они же здесь так же не падают, короче. Ну да, такой Годзилле. Потом подниматься. Фаербол получил. Фаербол получил. Ух ты! Воу! Я тут. Ногу. О, как умеет Лю Кэнг. Никто так не умеет. Давай, матфака. Ну, я ему перебил его удары вообще четко. Да, ему даже X-Ray сильно-то и много не сносит. Ой, ёпт. Блин. Бронированный и сильный. Вот что я могу про таких вот гад. Кентар, вот он. Я не знаю, кентар тут будет. Я вообще кентар ненавижу. Помните на Денди кентар? Такой маленький писюнёк. Был еще как... Когда были картриджи такие, как же они назывались-то? Типа там 9099 игр. Фу, по щам я получил. Похоже, в Шаолине подготовили воина получше. Ну, прикончи его. И вернулся. Ты думаешь, сейчас Горо вернется, а тут бабах. Лю Кэнг. Канг. Такая грудь, охереть. Какие задницы груди тут. Шан Цунг, остался только один бой. Сразись со мной в смертельной битве. Да будет так. Давай, старичок. Давай помахаемся с тобой. О, как я помню бой этот кричащий. А, ух ты, нихера. Вот это тоже помню. А, помните, как в первой части Mortal Kombat, где там этот бой последний был Лю Кэнга с ним? Вот это было эпические вообще сражения. Блин, слушай, как и ты злой. Блин, ненавижу Лю Кэнга, но у него вообще ничего делать не умею. Твоя душа, моя душа. Помните, как говорил Шан Цунг? Ты сам полетай. На, на. Нет, 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 мне это не нравится. Ты будешь летать. ты чё? Кто из них я? Ага. Победа. Скажи. Я проиграл. Да, отлично, мой друг. Он спас царство земли. Это потрясающе было, Лю. Так держать. Да, детка. Блин, вот эта задница пошла еще одна, ну. Оставайся, Китана, я тебе
Покажу, что такое земное царство. И тут Рейден понимает, да, что это не все. Ты подвел меня. 500 лет я ждал, теперь мне придется ждать еще 500. Мой повелитель, мне еще не все потеряно. А, все-таки старшие боги этот турнир придумали, да? Мой повелитель, убить его. А если с ним? Китано. Изменить правила, это как? Продолжай. Хитрый колдун. Тут Шаолинский монастырь. Помните конец первой части? Там такая классная музыка в конце играла, просто потрясающе. Ура, ура, он Шаолинь. Так, у нас часть 6, Джакс. Не могу понять, почему бы Аболит все еще поврежден. Он должен победить. Если не Люкен, то кто? Че-то Шансун сразу так помолодел. Решили захватить силой, да, землю? А так вообще, как это, по правилам, типа? По старшим благам-то. Сколько много барак. Бум. Таким вроде подлым способом заставил их пойти туда.
Что это такое? Что это? Гора тут принес. Sonya Blade to be here with Shang Tsung. She better not have a scratch on. Wait, this is a tournament! Ah, the Earthrealm delegation has arrived. And we have a volunteer for first combat. What? The tournament will begin! Jackson Briggs, you will face Baraka! Ты, говорит, сражаешься с Баракой. Черт, ну и урод. О, Джаксон будет интересно. Слушайте, Джаксон, я помню Джаксика. Ух, ёпт. У него такие должны быть силовые-то удары. Хорош, слушайте, Барак вообще что-то зверел за последнее время. Помните, как он няшка был? О, няшка, туалет меня. Подождите, у Джакса силовые удары, где он? Бум-бум-бум, может туда-сюда делать. Ну, наоборот, кнопки здесь. Так, так. Попался. Ой-ой-ой, рестлинг. Слушайте, у него X-Ray прям мощь. Ну, он не мобильный, ни хрена. Жирный. Нет. Ой. Ой. Блин, у него тоже мощно. Не-не-не-не. Так, так, так. Не, Джакса вообще не умею. У-у-у. Нет. Ага. Ладно, 1-1. Да-да-да. Я иду. О, ни хрена себе. Все, сам напросился. Полжизни нет. Блок, 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 чертов блок. А так тебе понравилось? Так, кто первый из блока выйдет, да? Так. 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 Давай. Ух ты! На! Лучше бы ты ими не размахивал. Где Соня? Скажи, майор Брикс, вы с ней занимаетесь чем-либо еще помимо спасения других миров? Твоим следующим соперником станет в чем дело? Превосходно. Похоже, у меня неотложные дела. С позволения императора мы продолжим позже. Че? Рейден братику не передаст привет? Что это все значит? Думаю, нам следует. Соня Блейд, ее казнят. Моя сила во внешнем мире ограничена, я могу переместить нас ближе к ней. Как казнят? За что? Странно, здесь правила вообще, вот вся вот эта вот придумка Mortal Kombat, очень все это очень как-то непонятно. Где это мы? GPS, что ли, сбился? Где, куда мы попали-то? Like that under my command? Oh, you'll want to stop talking.
По-моему, Джонни сейчас подерется с Джаксом. Ну да, ну конечно. Давай, Джонни, сражайся с капитаном Джаксом. Блин, Джонни быстрее намного Джакса. Вот это я научился. Ух, нихера. Ой, там мужик сзади там готовит топор. Джонни готов. Сегодня будет шашлык из Джонни. Из или из Джакса. Прикольно. А теперь моя очередь. Нравится так, нравится. О, блин. Ну ты. Тихо. Ого, это что было? На тебе по зубам, ах ты паразит. О, накал того. Джакс решил вообще всем жопу надрать, я смотрю, после Джонни Кейджа. Так, кто дальше? Да, мне нравится эта история Джакса, это пару разговоров. Ты кто такая? Она говорит, и здесь пройти нельзя. Да пошла ты! И морду ей начинает бить, вообще просто без разбора. Женщина, это бабушка, дитё, ребенок, там, вообще без разбора. Это Джакс. Bring it all! Круто я ее. Блин, тут удар вообще. Нет, я первый же нажал. Я тоже хотел сделать X-Ray сейчас только что. Компьютер прям мои мысли читает. Нет. Да. Да. Ать, не достал. Ать, упала. О, какая задница, вы только посмотрите. Не в этом месте, не в это время, леди. Все так прошли по Джейд, да? Вы тут такие. Почему Шаканы? Откуда он знает, что Шаканы? Ой, это ж кислота. Помните, здесь рептилия. Фаталити можно было делать, сбрасывать сюда. Никому, говорит, она не принадлежит. Давай, Верзила. Сейчас я тебе жопку... Куда полетела, слышь? Ты будешь летать только от моей руки. Ага. Куда? Собралась-то далеко.
улетела все-таки. На, с ноги. Как гопник ей. Просто. Не, ну Джакс гопник, по-любому. Хорош! Ой, а это X-Ray такой. Охерел. На! Вот как делают, ломают кости. Ага. Эй! Я думал, он еще в кислоту выкинет. Ни хера, ни хера, ни хера. Ха-ха, смел еще 4 удара. Ах ты. Нет. Давай, быстрый. Нет! Ну блин. Ну блин. Что-то у меня полоса неудач каких-то пошла. Да. Не. Ты где? Ну ты вообще коза. Умирать не хочет, а? Ну а почем получил? А так? А так? И сейчас я тебя... Хрясь. Хрясь. Я победил. Полагаю, дополнительные руки ничего не решают. Типа тише, Джонни, типа флудит много. Смоук. А вот, кстати, брат Саб-Зира. Как раз именно этот Саб-Зира, по-моему, и убил семью Скорпиона. А тот Саб-Зира был не виноват. А про кого они говорят? Мне кажется, сейчас они говорят про брата Саб-Зир. Только я вот не помню, это младший. Вот мы вначале играли за младшего брата Саб-Зира. То есть это сейчас старший. Старший, но в два раза сильней. Так, смоук. Хорошо, смоук вообще тоже не умею. А мне Нуб Сайбота напоминает почему-то. О, классный комбо. Ну это хоть более подвижно, чем Джакс. Ты где? Понятно. Рестлинг. О, футбольца с китаной, это круто. Так, сядем поудобней. Так, так, на, по роже-то получила. Ого.
Да блин, улетело. Я еще хотел щит прописать. Вот это ударище. Наш улетело. Попалось. Долеталось. Здесь дым, там и огонь. Спокойной ночи, принцесса. Кана продает оружие, походу. С армией вооружения этих никто во внешнем мире или царстве земли с тобой не сравнится. Отлично, передай своим людям из Черного Дракона, что мне интересуют ваши товары. Ша Цунг. Я с ним разберусь бесплатно. Подождите, ну Смоук тоже из этого клана? То есть Саб-Зиро и он с одного клана? Ничего себе, я не знал. Я думал, Смоук это что-то типа наемника, убийца, ассасина. Ну, имеется в виду, какой-то, не знаю, у него там свое какое-то. Оказывается, не из одного клана. О, прикольно. Кана. Кстати, он видоизменился, по-моему, другой немножко был Кана-то у нас. Я помню, на Сеге был Кана такой беленький, он меня так бесил. На. Бум. Футбол. Угу. Это не тот Саб-Зиро, там Саб-Зиро маска другая. Это тот Саб-Зиро, которого убили. Блин. Смоук, Смоук. Какой глупенький. О, ну сейчас снова фишку. Еще одну фишку. Ла-ла-ла. Где я? What the fuck? А, он в рептилию превратился, да? А, не. О, ёпт, я же против двоих дерусь. Тогда сделаем вот так. Блин, не того поймал, он успел смениться. Рептилия. Ты где? Я тебя вижу. Ну ты засранец, хорош. Ты что делать? Бегает от меня. Трындец. Да трындец. Да пошел ты. Да пошел ты. Где я? Где я? Ну это... Нет, рептилий какой-то серьезный мужик. Подонок. Кашин урод, но какой-то он, твою мать. Да иди сюда, блин. Достал бегать. Все, бесишь. Саб-Зиро. Так, так, получил. Кто поехал?
Ой. Жуть. О, ничего себе, X-Ray слишком как-то он. Если мне вообще... А, да и мой X-Ray, короче, провалился. Вообще четко. Повтор. Да, серьезные враги-то у нас. Sub-Zero и Smoke. Это все рептилия. Ёп. Да, этот китайский прием рептилий меня просто напрягает. Давай, Sub-Zero. Дохни, я тут. Где, где? Ну это нечестно. Мой X-Ray, мать его. О-о-у. Почем получил? Нет. Ага, попался. А тут? Блин. На. Быстренько сейчас Sub-Zero. Упс, прыжок. Да твою мать. Да твою. Зеленая хрень. Ненавижу тебя. Черт, сильные ребята. Брейк, брейк. Все, пошел, полетал. Пошел ты. На, в челюсть тебе. X-Ray, X-Ray, X-Ray. Трингец. Нихера, он полкарты проехал. Нет, нет. Блин, так X-Ray просрать, ну это жесть. Так, у них одинаково жизни. Так, ты пошел вон, теперь ты самый противный. Так, 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 вот так, назад, вперед, вот эта кнопка, понял, так, 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 во. Так, кое-что я научился с Моуком, вроде бы. Так, 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 назад, вперед, ну, что не полетел-то? Ну, иди сюда. А, он тоже X-Ray просал. Вот жопышник. Вот жопышник. Ну. А у меня еще скоро X-Ray, детка. Вот он. Да. Ну тебе, ублюдок. Футбол. Но. Ненавижу это. Да вижу я тебя. Нет, ну это читерство, это странная рептилия. Ненавижу тебя. Здрасте, как... Пипец. Не, ну это жесть, 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 жесть. Еще раз. Сейчас, 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 сейчас. Ой, так, вот с этим парнем полегче.
его. А, во, в прыжке. То есть в прыжке, мать его, надо делать удар. Во. Хотя вроде не обязательно. Вперед, назад, назад, вперед. Черт, не получается. Лол. Скриптовно. Флоунс Виктори вообще. Вот это да, круто было. Так. А так. Так. Привет, Саб-Зира. Нет, еще не накопился. Так. У-у-у. Кому сейчас будет больно? Минус один, остался Саб-Зира. Фу, зеленого. Прикончил. Ух ты, как сразу быстро-то. А так. Ой, полетел на меня, да? У тебя X-Ray есть, да? Ты же ими будешь пользоваться, правда? Я ж тебе не дам встать. Вот так вот. Фу. А теперь отвечай. Что тебе известно, Саб-Зира? Что это было? Смоук. Этого рептилии сбивает. А, не. Сектор? Что, так, что с собой сектор сделал? Кошмар, он на урода похож. Твою мать. Ты ж кусок железа. Ку-ку! Угу. Ух ты! Вот это железный человек, мать его. А-а-а! Ку-ку. Удар еще такой неплохой прошел. Жесть. У. Ай, уй, ай. Нет, я использовал X-Ray, это раунд, я хочу выиграть. Куда полетел? Нет, нет, жизнь, жизнь, жизнь. Живи, живи, живи. Да. Да эти здесь я перкоту врежу. Начинаются полеты, блин. Ну ты, блин, ходячий дробовик. Да иди нахер, блин. Ну, а по голове получил с левой ноги, так ему так. Опа, опа. Такие же, как он, смотрите. Эй, Рэй, чел. Их заклинило.
called Smoke. Why are you here in Outwork? To participate in a tournament to save Earthrealm. Join us, Smoke. Forgive me, but if Sektor was searching for me, he is hunting Sub-Zero as well. Sub-Zero? Call me crazy with a K. Didn't we see him die? The Grandmaster intends to turn every Lin Kuei into a cyborg. My friend is in danger. The tournament. I have a feeling your friend will be there. Then let us go. Sub-Zero's soul depends on it. Sub-Zero. A pity you would not have cooperated. You are ordered to return to the Lin Kuei Temple for assimilation. Cyrex! I am Lin Kuei Unit LK4D4. You will come with me. I'm sorry for what they did to you, but I will not comply. Round one. Вот, наконец-то Саб-Зиро дали поиграть. Так. Как там замораживать? Ну подожди, дай. Ну, заморозка, давай, лети. А мне не хочет заморозка лететь, это не у этого Саб-Зиро. Ай! Да подожди ты, ну. Нихера он умеет. Ну, я высер сделал сейчас из-за льда, ну. Во, ну, что это было? Слышь ты! Один был дробовик, другой граната. Экс-рей у него какой. Где-то я уже это видел. Не. Йоу! Попался. I will face the Lin Kuei when my task is done, not before. The readings were getting stronger and now they're gone. I... Sub-Zero? But... you're dead. I am not the Sub-Zero you speak of. He was my brother. Your brother? I'm only here to learn Sub-Zero's fate. He was killed by someone named Scorpion. Where would I find him? Try the Colosseum. That's where... You have disturbed our regeneration process. Баба лети, да, вот это жесть. Нихера ему руки оторвало, да из него крови должно вытечь, там, я не знаю, за несколько минут. Какой файт? Ему надо вызывать 911. И что у них там? Куропа-да-па-да! Ермачище, иди сюда. Поговорим. Достал скакать вокруг меня. Экс-рей просрал. Вообще шикарно. Ах ты, Ермак. Недаром тебя Ермаком звать. Классный куб, мне радует. Round two, fight.
Я его сейчас на бой остановил. О-о-о. Так, у него X-Ray есть. Вот он. Печально. На тебе, на. Да что такое, что такое, я хочу заморозить тебя. Не знаю, как, короче, морозить. Саб-Зир крутой. Хотя. Фростбайк, свайп, апперкут, биглейд, комбо. О, комбо XX, XX, XA, XA, назад, Б. Попробуем. XA назад, Б. Ой, я лечу. Не-не-не, надо бить его. Какой там комбо. Не до комбо. Sony Blade вызывает штаб. Sony Blade вызывает штаб. Какой штаб, дура, ты в другом миру? Вот это бред какой-то вообще. Вот зачем это сделано? Сейчас Джекс такой перед смертью. Соня, покажи сиськи. Уже пи. А кто такой? Финишим. Scorpion, the murderer of my brother. You will bring him before me. No one makes demands of the Emperor. Reptile! Как у них все просто. Пришел к императору, сказал, слышь, ты мне приведешь, да? Ну, блин, уже такое, конечно, начинается просто. Ну, хоть ничего ты показывает ты. Че за удар такой? XA назад, Б, блин. Я не на... рептилия, я тебя ненавижу. Сейчас опять свои шары до инвиза будешь пускать. Да слышь ты, зеленый гад. Стой. Не, ну он козел, я это сразу говорю. Попался. Все, тут бежать некуда. Надо было его в угол зажимать. Не так. Тихо, в угле будешь стоять. Ай! Не, ух ты, нихера там сзади, на заднем плане. Посмотрите, что за тварь гигантская. Почему с ней никто не дерется? Пипец! X-Ray, мой X-Ray еще. Давай, детка. Опять начинаешь прыгать. Вот опять херней страдает этот рептилия. Ага, я теперь знаю, как с тобой, с твоими шарами бороться. Лол. О, мои копии. Во! Назад вперед. Во! Назад вперед. Ай! Глазища мои! А голова моя! Фу.
все. Пока он там руками своими машет, анимации столько тратится. Ну нафиг, короче, этого льда. Ой, ой! Что же я делаю? Был же просто вниз, вверх, вперед, вперед. И все, он замораживается. Переделали собаки. Игорь, ты сразишься? О, в чем дело? Ты не Саб-Зиро? Я из его семьи и его клана. Я сражаюсь. Но не было счастья. Второй Саб-Зиро. Вот, вот единственный умный — это Скорпион, по ходу дела. Он знает, он отличает этих всех Саб-Зироидов. Все, вот как это было со Смоуком, это вообще какая-то абсолютная глупость, по-моему, была. Да иди ты нахер. Ух ты, Скорпионище. Икс-рей еще мой забил. Нихера себе он жарит. А! Давай, пошел ты. Не пойду тебе. На тебе по чайнику. Нет, сзади меня завалил. Смотрите, у Саб-Зиро встало. Окей, окей. Где? Пощам, пощам. Ну хорош, ну. Да жесть, я так не умею. Ага, мимо. Нет, ты меня не пожаришь. Не, ну до стол, слышь ты. Ты подонок просто, на тебе по щам. 1-1. Вставай, Скорпион. Ну ты. Что это было? Ну гад, ну гад. Ну гад, вообще гад, что творит. А богата! Во! Ну, назад вперед, тыкс, по-моему, было. Не, ну ты кат, а. Да, дай, подожди, встать-то, ёб твою мать, на ноги. Ладно, раунд 2. Сейчас мы его уделаем. Почем получил? Козел. Козел. Нелетающий хрен. Пипец. Да. Классический прием. Ну хорош, дайте вмажу. Вот так. Так, 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 так. Прыжок, прыжок, вот так. Вот так получил. А это где?
Ну ты козёл, ну ты козёл просто. Козёл, а? Не, ну, ну, ага! Нет, блок, стоп! Все равно валит, валит, валит! Нет, 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 нет. На. Фу. За моего брата. Пришли смоуки и забрали Саб-Зируча. Саб-Зероида. Все же его превратят в киборга. Ну что же, господа, уже за Китана мы будем играть в следующих сериях. На этом все. Фу, было здорово. Всем удачи, всем пока.